Яна, мы поздравляем вас, УГМК, с победой замечательной. Все началось с вас. Расскажите, как вам удалось такого настроя добиться? Ну, я не очень была довольна своим вчерашним матчем. Ну, первый матч был, входила первый сет очень плохо, потом почувствовала игру. Вечером посмотрела матч, ну, посмотрела, какие допускала ошибки. Ну, немного обсудили в команде, как лучше мне играть тактику. И благодаря тактике, я думаю, сегодня как раз-таки матч сложился в мою сторону. УГМК закончил чемпионат на первом месте. Я думаю, что у вас есть чемпионские амбиции, правильно? Ну, на самом деле, чемпионат был очень ровный, то есть у нас были 2 поражения за сезон, то есть все матчи были очень тяжелые, поэтому мы настраиваемся на каждый матч отдельно. Каждый матч – это новый и новая борьба. А для вас имеет значение, кто выйдет соперником в финале? Лично для меня нет. Мы готовы бороться с той, с другой командой. Мы с ними уже играли по ходу сезона. В принципе, соперников всех знаем, но уже 1 000 000 лет все вместе играем, поэтому пусть у них победит сильнейший, мы с ним встретимся в финале. Еще раз спасибо большое и удачи вам в финале. Спасибо большое.